Друзья, всем привет! Хотел сегодня запилить видосик про рулевую, вот, про установку рулевого редуктора, а точнее его переделку. Вот шестерочный рулевой переделал, поменял вращение, поменял положение вала. Шикардос получилось. А вот с семерочным получилась небольшая засада. И видос получился недоснятым, вот, незавершенным. Поэтому откладывается, пока не решу одну проблемку. Если интересно, пишите в комментариях, интересно это или нет. В принципе, этих вещей полно на YouTube. Кто как хочет, так и делает. Вот. Поэтому... Ну, я сделал по-своему, вы знаете как, да? Нету вот здесь вот всяких причандал, никакой сварки. Все, у меня все по-простому, все очень легко и быстро. Так, ладно, с этим разобрались. Давайте, сегодня будет коротенький видосик. Давайте, сейчас тракторок переверну. Забыл я про вот эти углы. Акермана, Кастера, Чопера, Попера, Гарри Поттера. Вот, вот эти углы сейчас мы будем здесь проверять. Как-то так. Интересно? Смотрите до конца. Итак, перевернул, значит, тракторок. Вот. Писали мне в прошлом видосе, в комментариях, как же углы Акермана, как же Кастера, там, Чопера, Попера, там, я не знаю, чего там они там еще там бывают, какие там они бывают. Вот, я не специалист в этом. Ну, Акерманчик, знаете, да, как проверяется, тут очень легко и просто, никаких проблем. Кусочек магнита, вот, намотал, примагнитил, такой вот неодимовый, не помню с чего. Вот, чтобы держался. Здесь тоже кусочек магнита в центр чулка примагнитил. Вот так вот он проверяется, по большому счету. Да, и здесь, соответственно, нитка сюда просто висит через центр. Ничего не перегинал, ничего не... поставил все заводское. Все, мужики, заводское. Поставил как есть, только поставил по-своему. И что вы думаете? Как вы думаете? Смотрите внимательно. Смотрит в центр. Смотрит. Здесь. Где тут? О. Есть? Есть. Что тут нужно еще подогнуть? Куда нужно еще подвернуть? А ну, скажите мне. Ткните пальцем. В каком месте? Куда? Я не понимаю. Я делаю так, как я считаю нужным. И оно получается все само собой. Абсолютно. Чтобы износить резину на этой технике, как мне пишут, да, там, и стирается, там, надо ее менять чуть ли не каждый сезон, там, я не знаю. Лет 200 должно пройти. Колеса быстрее взорвутся, чем она износится. Вот. И то, если ее перегрузить. Как я это сделал один. В одном из видосов было, да, на передок. Сколько я? 6 мешков тогда, комбикорма, 300 килограмм влупил. Ну, конечно, они повзрывались. Вот, как-то так. Поэтому на этом, наверное, этот вопрос закроем. Все тут получается замечательно. Ничего сложного. Все заводское. Итак, друзья, продолжаем. Поставил тракторок на колеса. Ну, не обессудьте, ну, не сказать, что я там нервничаю, психую, не, нормально все. Это вот чисто на эмоциях. Ну, потому что каждый раз одно и то же. Каждый раз эти Кастеры, Акерманы, Шниперсоны, я не знаю. Вот. Кто не знает, что такое угол Кастера, Google в помощь. Знаете, да, что есть... положительный, есть нулевой, есть отрицательный. Так что с этим никаких проблем нет. У меня здесь стоит
нулевой угол кастера. Поэтому, почему? Потому что у нас нет скорости, у нас нет трассы жесткой, да, жесткого покрытия, мы работаем на земле. Маленькая скорость, вот, поэтому здесь не вижу нужды в каких-то там либо положительных, либо отрицательных этих настройках. Их можно сделать, вопросов нет. Тупо вот два болта попустить, под них подложить шайбы, одну, две, три, сколько нужно, да, и он уйдет в отрицательный. Либо открутить шаровый и под шаровый подложить шайбы, и он уйдет в положительный угол. То есть это можно самому поставить как надо. Сейчас здесь стоит нулевой. Я думаю, понятно. Вот. По Акерману прекрасно видели, что такое, как он выглядит, да, как его проверить. То есть при, ну я уже как-то рассказывал, при вывороте каком-то определенном, да, я не знаю, одно колесо идет круче, заворачивается, другое чуть-чуть, все колеса идут по разному радиусу, абсолютно. Кто-то сравнивал эту балку однажды с балкой с канала Виктора Сыч, сказали, что я сделал просто копию его балки. Ну, ребятки, ну внимательнее посмотрите видос про эту балку, посмотрите видос на канале Виктор Сыч его балку. Сходство будет только в одном, в расположении нижнего шарового. Все, на этом копия закончена. Вот, Акерман, я уже показывал, да? Кто не знает, Google в помощь, еще раз говорю. Линия там, линия 90 так, линия 90 так. Вот где они пересекаются, эти линии. Это и есть центр радиуса поворота. То есть, если вот от колеса все три линии пересекаются на метре, то, соответственно, радиус разворота будет метр. Не путать с диаметром, то найдутся специалисты, которые и эти вещи будут путать и сюда же приписывать. Как-то так. Ладно, мужики, всем пока. Вот такой видосик. Ну, не видосик, а пояснение, объяснение, разъяснение. Я не знаю. Но поэтому, как не выходной, так магазины не работают. Частники, что хотят, то и творят. Ладно, мужики, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.